Топ-5 садовых пылесосов. Уборка граблями – задача непростая, облегчить ее поможет садовый пылесос. В отличие от воздуходувок, которые просто сдувают листья и другой мусор в кучу, он избавляет от необходимости собирать все вручную. На рынке представлено множество моделей, которые отличаются по цене и качеству. Чтобы упростить выбор, мы изучили отзывы покупателей, сравнили характеристики и сделали подборку 5 лучших пылесосов. Устройства оценивались по производительности, качеству сборки, удобству использования и скорости выдуваемого воздуха. Модели расположены по возрастанию цены. Ссылки на них мы оставим в закрепленном комментарии. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы не пропустить лучшие скидки и акции в вашем городе. А мы начинаем. Carver BV2800E. Открывает наш топ-модель Carver BV2800E стоимостью 4000 рублей с рейтингом на Яндекс.Маркете 4,4 балла. Это самая бюджетная модель нашего рейтинга, которая представляет собой садовый пылесос со встроенным измельчителем и воздуходувкой для листьев. Агрегат просто установки, он легкий, весит всего 3,5 килограмма. В комплект входят прочные колеса и мусоросборник. Карвером легко управлять, гибкий плечевой ремень с направляющими роликами легко выдерживает вес устройства и оставляет руки свободными для направления насадки. Пылесос работает от электросети. Мощности 2800 Вт хватает на сбор влажных листьев и их измельчение на кусочки по 2 см. На заполнение входящего в комплект мешка объемом 40 литров уйдет около 20 минут. Агрегат легко переключается между режимами обдува и всасывания с помощью поворотного переключателя, а нажатие на кнопку запуска на ручке приводит в действие электродвигатель. Воздуходувка в модели достаточно мощная, с максимальной скоростью до 75 метров в секунду, что позволяет без проблем поднять большую кучу листьев. Эта бюджетная машина справится с уборкой сада среднего размера. Среди преимуществ пылесоса пользователи выделяют мощный обдув, позволяющий сносить даже мелкий гравий. Сборка также добротная, мешок плотный, не пылит. Крыльчатка сделана из качественного пластика, выдерживает попадание мелких камней и веток. Среди недостатков владельцы этой модели отмечают трудности при сдувании слежавшегося снега и относительно мелкий размер опорных роликов. Отзывы на Яндексе в основном положительные, вот некоторые из них. Мощный двигатель, хорошо справляется с обдувом и всасыванием. Довольно легкий пылесос, работает без нареканий. Zubr ZPSE 3000. Следующую позицию в топе занимает отечественный садовый пылесос Zubr ZPSE 3000 стоимостью 6000 рублей и рейтингом на Яндекс.Маркете 4,8 балла. Мощность этой модели 3000 Вт. Этого достаточно для уборки любого сада. Электрический двигатель может выталкивать воздух со скоростью до 75 метров в секунду. У Зубра нет проблем с выдуванием влажных листьев или всасыванием на бетонных ступеньках. Он также измельчает листья со степенью дробления 10 к 1. Соединив корпус с мусоросборником объемом 45 литров, вы сможете очистить большую площадь, не останавливаясь для опорожнения мешка. Zubr – самый легкий пылесос в рейтинге, его вес чуть более 3 килограммов. Несмотря на это, модель прочная, корпус сделан из качественного пластика. Пылесос эргономичный, перемещается с помощью удобных колесиков. Рукоятка на боковой стороне помогает легко переключаться между режимами всасывания и выдувания. Скорость воздушного потока можно регулировать колесиком на корпусе. Благодаря телескопической трубе можно настроить пылесос под себя. Среди плюсов модели пользователи выделяют компактные размеры, стильный дизайн, мощный электродвигатель и низкий уровень шума. К плюсам также относится наличие регулятора мощности исходящего потока воздуха. Минусов пока не обнаружено. Отзывы на Яндексе в основном положительные, вот лишь два из них. Отличный пылесос. Легкий, удобный, безопасный, сделан из качественных материалов, выполняет все заявленные функции. Мощный пылесос, отлично всасывает и измельчает листья. Katana KE0120B Pro. Следующий в топе – садовый пылесос Katana KE0120B Pro.
Его рейтинг на Яндексе 4,3 балла, цена 13 тысяч рублей. Модель работает на двухтактном бензиновом двигателе, что значительно повышает ее мощность по сравнению с двумя предыдущими агрегатами. Пылесос легко запускается, его можно перемещать по всему саду, не беспокоясь о длине шнура или быстрой разрядке батареи. Агрегат легко справляется с уборкой листвы, травы, песка и мелкого гравия. Объем мешка составляет 50 литров, что позволяет собрать большое количество мусора без необходимости опорожнения. В модели предусмотрена система фильтрации воздуха, улавливающая мелкие частицы пыли. Это обеспечивает комфортную и безопасную работу с этим агрегатом. Кнопки управления находятся на рукоятке. С помощью небольшого рычага можно регулировать силу воздушной струи, максимальная скорость которой составляет 65 метров в секунду. Благодаря эргономичной ручке катану можно легко переносить с места на место. Большое преимущество модели – наличие функции сбора жидкости. Вы можете не только собирать и измельчать листья и ветки, но и очищать водоемы и бассейны. К плюсам модели пользователи относят компактные размеры, простое управление, хорошую маневренность, надежный двигатель. Также они отмечают мощность, быстрый запуск, качество сборки, сильный обдув и всасывание. Нарекание вызывает только большой вес пылесоса – 7 кг и 300 грамм. Отзывы на Яндексе в основном положительные, вот некоторые из них. Пылесос запустился сразу. Раньше на уборку тратил около часа, с помощью катаны сделал все за 5 минут. Воздушный поток мощный, сметает даже мелкие камешки. Двигатель запускается сразу. Работает хоть и ровно, однако присутствует небольшая вибрация. Всасывание хорошее, обдув тоже порадовал. Сдувает даже снег. Deo Double 300. Продолжает топ садовый пылесос Deo Double 300. На Яндекс.Маркете он отмечен знаком «Выбор покупателей». Его цена – 21 тысяча рублей, рейтинг – 5 баллов. Эта бензиновая модель служит одновременно пылесосом, измельчителем и воздуходувкой для листьев. Переключаться между режимами можно с помощью удобной ручки. Вес Deo – 4 кг 600 грамм, что требует определенных физических сил при использовании этого агрегата. В качестве пылесоса он быстро выдувает листья и ветки благодаря высокой скорости воздуха – 90 метров в секунду. Также Deo легко измельчает на мелкие кусочки собранный мусор, который затем пакуется в мешок объемом 45 литров. Телескопическая ручка позволяет настроить модель под свои параметры. Мощность бензинового двигателя составляет 2400 Вт, что обеспечивает качественную и быструю уборку сада среднего размера. Благодаря встроенной антивибрационной системе вы не будете испытывать дискомфорт при длительном использовании этого устройства. К плюсам пользователи относят высокую мощность двигателя, быстрый запуск, качественную сборку. К минусам – отсутствие ремня на плечо и большой вес. Отзывы на Яндексе только положительные, вот некоторые из них. Пылесос отлично справляется с сухой травой. Среди недостатков – большой вес. Очень мощный пылесос, стоит своих денег. Из минусов – большой вес, из-за чего быстро устают руки. Mobile K-HV27V Premium. Завершает наш топ отечественный садовый пылесос Mobile K-HV27V Premium стоимостью 22 тысячи рублей. На Яндексе эта модель отмечена знаком «Выбор покупателей». Ее рейтинг – 4,3 балла. Mobile работает на основе двухтактного бензинового двигателя мощностью 814 Вт. Агрегат беспроводной, это значит, что вы можете передвигаться по большому и неудобному участку, не беспокоясь о тянущемся кабеле. Модель отличает эргономичный дизайн, она довольно удобна для рук и спины, хотя весит около 6 кг. Для переключения между режимами всасывания и обдува достаточно одного щелчка переключателя. А 55-литровый мешок и встроенная система мульчирования означают, что топливо не закончится до того, как потребуется опорожнить мусоросборник. Хоть мощность и меньше, чем у электрических моделей, Mobile легко справится с грудой влажных листьев и небольших веток. Благодаря высокой скорости воздушного потока, 75 метров в секунду, вы без проблем очистите машину или тротуар от снега. Среди плюсов модели пользователи отмечают эргономичный дизайн, высокую силу всасывания и обдува, качество сборки.
к минусам относят высокую цену. Отзывы на Яндексе в основном положительные, вот лишь два из них. Отличное качество сборки. Из недостатков только цена. С помощью этого пылесоса очень быстро убрала скошенную траву. При выборе садового пылесоса нужно оценивать технические параметры и функционал. Если говорить о моделях из топа, то Carver и Zubr подойдут тем, кто хочет рабочую машину с высокой силой всасывания и обдува по бюджетной цене. Katana, Deo и Mobil понравятся людям, которым нужна мощность и неограниченная свобода передвижения. У бензиновых ручных пылесосов нет проводов, что облегчает транспортировку по большому участку. Хоть Mobil и Deo стоят больше, высокая цена компенсируется отличными характеристиками. Не пропускайте наши обзоры, которые помогают не ошибиться с выбором. Ставьте лайки и делитесь своим мнением о показанных моделях в комментариях, если считаете это видео полезным. Подписывайтесь, чтобы не пропустить интересные подборки бытовой техники и товаров для дома. А если хотите первыми узнавать о выгодных акциях и скидках, подпишитесь на наш телеграм-канал.